Всем привет! Сегодня мы решили посетить в наш день рождения. Лизе сегодня 3 годика. И мы решили посетить планету профессий. Сейчас мы находимся в комнате, где детский сад. Тут огромное количество разных игрушек. Просто не передать. У Лизы прям глаза разбежались. Ну, как истинная девочка, конечно, она начала сначала изучать кухню. Столько ящичков всяких, да, Лизочка? Давай, мамочка ждет кашу. Ты обещала мне кашу. Готовь мне кашу и накрывай на стол. Я буду варить. Угу. Надо найти нам тарелочки. Ну давай. Ну эти ящики задвигай, тут точно нет. Наверное, где-нибудь здесь, может? Нет, тут тоже пусто. И тут в микроволновке пусто. Да, Лизочка? А в других ящичках посмотри. Наверное, тут нет тарелочек. Забыли положить, да? Пусто. А в нижних ящиках? Вот в этих. О, что-то там еще. Для картошки фри. Коробочка, да? Это морской котик. На, поиграй. Это морской кот. Морской кот. Поиграй с ним. Хорошо, я пока с ним поиграю. Какой он огромный, из него можно строить большие дома, да? Ну, а кто это такой? Мама, а кто это такой? Котик такой, наверное, на него садишься и прыгаешь. Садись, прыг-прыг. Прыг-скок с ним, прыгай. И... Ой, бумс! Я даже не умею. Не умеешь даже? Да. Научи, как надо. Ну, давай, садись. Ты все правильно делаешь, просто ты упала. И прыгай на нем попочкой. Ой! Какой-то он неправильный. Падает все время, да? Давайте. Мама, садись, я учу как надо. А нет, я его раздавлю. Он, смотри, какой маленький, а мама какая большая. Он же малюсенький совсем. Угу. Может, на лошадке ему покатаешься лучше? На нее смотри, садишься, сейчас я вытащу. Садишься, садись. И она вот так туда-сюда катается. Так, а хочешь? Это? Ножки вставляй туда. Мои ножки вставляй. Можно на жирафике, можно на тигренке. Кто тебе больше нравится? Садись на лошадку, давай я подержу. Садись. Ой. Так, все, держись. И теперь вот так. Кач, кач. Вот так. Туда-сюда. Вперед-назад, вперед-назад. А дай мне домики. Тебе дать домики? Да. Так, вот они у нас тут домики. Держи один грибочек. На стол он можешь складывать. Лиза, если тебе интересно, да, он столик. И на столик все можешь складывать. А там так... И вот еще тут. Вот так тебе. Садись за стульчик, на стульчик садись и рассматривай. Мама, тоже садись на стульчик. Сейчас. И что мы тут видим, Лиза? Какие домики разные, да? А тут площадка. А тут площадка. Площадка там? А тут... Такой большой домик, грибочек, да, Элиза? А тут и открывается? Никак. А вот тут с этой стороны попробуй. О!
Получилось? А тут есть яйцо. Давай кубики. Мы будем строить с тобой высокую башню. Давай, ставь первый кубик. Давай, неси еще много-много. Мы будем высокую башню с тобой строить, да? Давай, сверху звай. Так, отлично, следующий. Leave me, baby, don't want to fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. Like you don't want to break. I need some space. Just think about it, think about it. Ростом, как ты? Посмотри в телефон, да? Как ты ростом? Большая? Нет, маленькая. Еще будем строить? Да. Давай еще. Едет он? Спускайся, все правильно, хорошо. Внизу уже. Ты внизу. Во. Дальше куда? Конечно, маме очень нужен пистолет. Пью, 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 сдавайся. В машину пойдешь? Надо бензин заправлять, да? Да. Ну иди на водительское сиденье, садись. Интересно, оно открыто? Давай-ка посмотрим. Пока. Не захлопывай, то потом не открою. Пока-пока. Тут можно включать все, что хочешь. Не как у мамы в машине. Тут можно все. Трогать, щупать, включать, крутить, вертеть. Колеса крутятся. Как же все интересно потрогать, покрутить, да, Лисочка? Как же руль крутится, ну-ка?
приехали? Осторожно, пальчики. Не захлопывай, вдруг захочешь еще сесть. Мне кажется, тебе машинка маловато. Нет? Все, иду, ухожу. Не мешай. Ой, машина меня сейчас задавит. У вас что-то с задним колесом случилось? Надо машину поменять вам. Видите как? Все. Какое колесо? Заднее. Здесь станция технического обслуживания. Вот смотри, что тут есть еще. То, что ты любишь. Это инструмент. Чини. Понятия не имею. Я машина или за ней чиню. Ты же смотришь, как в мультиках машины чинят. Точно тот ключ. Подошел? Да, чини дом. Складывай. Ты же у нас мастер. Еще надо два Ничего себе! Меня попробуй! Обалдеть! Ой, какой тяжелый! На, забери его! Я не справлюсь с ним! Ой, ну, ой! На маленький! Ничего себе маленький! Огромный! А мне что? Ого, вот это да. На, почини машину. Ну, у меня руки заняты. Ты мне столько всего понадавала. Чини сама. Я не умею чинить, Лизочка. Я же не мастер. Можете вот взять, смотрите, бензин залить. Может, у вас бензин закончился? Канистра стоит. Вот, Элиза, вот зеленая. Берешь бензин, заливаешь.
Тебе шланг? Ой. А, они тут понарошку сделаны. Их не возьмешь. Ой, тут стройка для мальчишек тут. Нам налево в садик. Пойдем. Вот где оранжевый, там детский садик. Пойдем. Детский садик. Пойдем играть. Тебя тут чаепитие, да, доча? Ваня. Угу. Спасибо. Ты медвежонку угости, он любит. А что же у него с чаем случилось? Элизочка, у него чашечка чая упала? Поправь его, попои его. Так вот прекрасно мы провели утро дня рождения Элизы. Обязательно нас подписывайте, ставьте лайки, ждите от нас новых историй и локаций.